Он прибыл на курорт несколько дней назад из сафари-парка Геленджика. На старом месте большой кошке не нравился климат. К тому же он содержался в небольшой клетке. А в Сочи у него теперь отдельный вольер. В планах подселить к скифу подругу. Опять же, такого питомника, может быть, это в цирке есть, там, бывают такие животные, которые лапку подвернуло там. У нас здесь находятся животные, те, которые мы берем природу. Да, здесь брошенные животные, отобранные фотографов, раненые, мы вылечиваем птицы все. Поэтому, думаю, такое животное найдется. С удовольствием возьмем его сюда. Леопард на новом месте чувствует себя пока не очень комфортно. Испугавшись внимания со стороны СМИ, он спрятался в домике. Впрочем, как говорят сотрудники вольерного комплекса, аппетит у хвостатого новосела хороший. Съедает по 2,5-3 килограмма говядины в день. А сегодня в честь новоселья скифа угостили крольчатиной. По соседству с леопардом обитают зубры, благородные олени, кабаны. В вольерном комплексе содержится более 30 видов животных и птиц.